Восточном Казахстане проживают свыше 56 тысяч лиц с ограниченными возможностями. 5186 из них – дети с инвалидностью. В 2019 году по области в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалидов выдано 8390 технических средств реабилитации на сумму 629 997 тенге. В 2020 году для обеспечения 9993 инвалидов техническими средствами реабилитации было выделено свыше 1 миллиона тенге. В области функционируют 11 автомашин службы инватакси. Услугой были обеспечены 470 инвалидов, испытывающих затруднения в передвижении. В соответствии с государственной программой, люди с ограниченными возможностями должны жить полноценной жизнью, посещать общественные места без ограничений, то есть иметь доступную среду. Государственная программа «Доступная среда для инвалидов» в нашей стране существует с 2011 года. В связи с этим в области постепенно проводится массовое оснащение объектов специальным оборудованием для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата и нарушениями тактильных функций.